Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день. В эфире Финам-ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Как всегда в это время мы говорим о текущих ситуациях на финансовых рынках и даже, я бы сказал, делаем некие более конкретные, точечные удары. Вот сегодня как раз один из таких ударов. Мы сегодня в эфире «Сухого остатка» более детально, но мне верится в это, по крайней мере, поговорим о нашей отечественной пенсионной реформе. Никак она не закончится, начинается уже неоднократно. Также, собственно, мы и назвали наш эфир «Бесконечная пенсионная реформа». Очень хочется слово «бесконечно» поставить в кавычки, вот, и, наконец-то, уже определить финал этого мероприятия. Итак, прежде всего я представлю моего гостя. В студии сегодня Вадим Сосков, генеральный директор управляющей компании «Капитал». Добрый день. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Олег. Ну что ж, и не откладывая в долгий ящик, что называется, давайте сразу начнем. Ну, вот, как минимум, Вадим, вы согласны? Вот. Ну, мне вот, кстати, очень понравилась вот эта заставка о том, что это программа для слушателей от 16 лет. Потому что, по большому счету, как раз эта программа для тех, кому, наверное, от 16 и как до бесконечности, потому что... Если это актуально, да? Да, если раньше мы говорили о том, что пенсионная реформа прежде всего ориентирована на людей 66-го, вернее, 67-го года рождения и моложе, то сейчас мы можем говорить, что те нововведения, которые в эту реформу вносятся уже по ходу самой игры, они ориентированы практически и на людей старше. И еще она, бесконечность, все-таки тоже условно, потому что, на мой взгляд, 2013 год – это своеобразный год великого перелома в пенсионной системе. И связано это не только с тем, что 1 октября истекает срок такого щедрого государственного предложения в виде софинансирования будущих пенсии по принципу один к одному, вот, но и потому, что 2013 год – это год своеобразного выбора. Мне кажется, это год своеобразного референдума, когда люди действительно должны проголосовать, хотят ли они, хотя бы, знаете, так, на уровне подсознания, хотят ли они, чтобы их будущая пенсия также менялась в зависимости от правил игры, которые будут установлены в тот год, когда они выйдут на пенсию, или все-таки они проголосуют за то, что у этих людей хотя бы часть пенсии будет привязана к разумному и легко усвояемому пониманию. Чем больше ты, грубо говоря, заработал, чем больше ты перечислил на будущую пенсию, тем она, в принципе, вот эта часть будет больше. Я, прежде всего, веду речь о накопительной части пенсии. Соответственно, если в этом году сделать все-таки выбор, потому что у нас есть такие, знаете, молчуны злостные, вот чтобы не стать злостным молчуном и проголосовать за 6%, для тех, кто это еще не сделал, вот это как раз последний год. Хотя президент нашей страны Владимир Путин и сказал на одном из мероприятий, что надо дать право выбора и в дальнейшем. Но пока эти слова не облеклись в какую-то юридическую правовую форму, и мы живем в той парадигме, что это все-таки действительно последний год, когда люди могут этот выбор реально сделать. Ну, в связи с этим вопрос, Вадим, у меня к вам. Ну, как такового референдума, ну, вот в таком... В нашей студии мы не будем проводить. Ну, в нашей, да, по определению. Ну, и, в принципе, да, не планируется никакого референдума. Мы говорим о том, что каждый из россиян должен проголосовать за будущее. Ну, да. А в каком формате он голосует, вот мне это интересно. Он может проголосовать в таком, как бы, формате следующем. Он должен... В 2013 году, если он молчун, я подчеркиваю, молчун... Молчун – это расшифруем. Я скажу подавляющему большинству населения нашей страны... Я помню, замечательная сказка про семь гномиков. Вот там был один из них. Молчун, дорогой ворчун, да, и так далее. Но как раз я скажу тем... 3/4 населения страны, хотя я уверен, что среди слушателей нашего радио Финам-ФМ таких все-таки меньше. Очень мало. У нас активные. Да, у нас активное население. Я знаю, что как раз наши слушатели активно голосуют за то, что накопительная часть должна оставаться в большем объеме, но, тем не менее, для тех, кто еще является молчуном. А таких все-таки много. По официальной статистике, порядка 75% по сравнению с 25%, которые уже сделали свой выбор в пользу накопительной составляющей через какой-либо частный институт. Так вот, с 2013
2014 года у нас появится понятие «злостный молчун». Злостный молчун – это тот, кто в 2013 году никакого выбора не сделает. То есть, а суть в чем? Что государство в лице Министерства труда и в лице социального блока правительства предлагает нам следующую формулу. С 2014 года, с 1 января, у тех, кто будет злостным молчуном, вместо 6% страховых взносов будет отчисляться на накопительную часть только 2%. Соответственно, что сделать, чтобы не стать злостным молчуном? Для этого нужно, первое, если вы еще не делали до этого, потому что пенсионная реформа, я напомню, существует с 2003 года, и именно с 2003 года, вот в этом году как раз 10 лет исполняется, когда люди могут сделать свой выбор в пользу частной управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда. Соответственно, если вы уже выбрали негосударственный пенсионный фонд или частную управляющую компанию в качестве управляющего вашей будущей накопительной части пенсии, то вы уже, в принципе, не молчун. То есть это означает, что вы этот выбор можете в этом году не делать. Но для тех, кто не сделал, и тех, кто остается до сих пор во внешэкономбанке, выбор у них следующий. Они могут прийти и написать заявление о выборе негосударственного пенсионного фонда. Прийти в ВЭП или прийти прийти к трансферагенту. То есть множество организаций, которые помогают гражданам осуществить свой выбор. Хотя изначально система, конечно, сложна и запутана в том смысле, что нужно прийти в пенсионный фонд по месту жительства и написать это заявление. Но, как показала жизнь, люди работают, и в то же время работает и пенсионный фонд Российской Федерации. Ну, так обычно бывает. Ну, так уж сложилось. Хотя я здесь не хочу обвинять работников пенсионного фонда, потому что, откровенно говоря, они мужественно и самопожертвованно готовы принимать эти заявления. Они и оставаться уже, даже, да? Да, и оставаться после работы, и как бы это действительно происходит. Но вот население как-то сложно доезжает до пенсионного фонда, поэтому еще в 2003 году появились такие организации, как трансферагенты. Это такие посредники между пенсионным фондом и непосредственно человеком. Они помогают сделать выбор, то есть человек может этого трансферагента найти там в банке, ближайшем к нему отделении, и весь список трансферагентов вывешен на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации. Так вот, человек должен, в общем-то, сделать в этом году выбор. Но почему мы говорим «злостные молчуны»? Дело в том, что для тех, кто... Слово «злостный» негативный все-таки, да, ну, такой оно подтекст? Оно как бы такой уже несет действительно негативный оттенок, хотя это оттенок реальности. Это уже, видимо, тем, кому, в принципе, все равно какая у них будет пенсия. Потому что к злостным молчунам будут отнесены не только те, кто сделает, вернее, не сделает свой выбор в пользу частного института, но и вообще не сделает никакого выбора. Потому что если вы таким образом безумно хотите, чтобы вашими деньгами по-прежнему распоряжалась государственная управляющая компания Внешэкономбанк, но вы хотите, чтобы все-таки у вас оставалось 6% накопительной части, то в этом случае вы должны прийти как раз в территориальное отделение пенсионного фонда по месту жительства и написать заявление в 2013 году, что вы хотите, чтобы у вас в будущем на накопительную часть отправлялось 6%, как это происходит сейчас, а не 2% с начала следующего года. Соответственно, если вы этот выбор не сделаете, то есть тогда вы действительно становитесь злостным молчуном. Это значит, что вы хотите, чтобы у вас оставалось на будущую накопительную часть всего 2%. То есть вы как бы не доверяете ни негосударственному пенсионному фонду, ни, по сути, государственной управляющей компании. То есть, по сути, вам, извините, в нашем эфире за слово, но это 16+, пофигу, какая будет у вас пенсия. Но нам кажется, что мы говорим все-таки для тех, кто думает о том, какая будет у него пенсия, и чем она будет больше, тем будет лучше. Это логично. Ну и потом, если мы адресуем, да, мы, так сказать, говорим в эфире для людей реальных, но сложно сказать, да, что человеку все равно в данной ситуации, какая у него будет пенсия, надо уже об этом задумываться, да, и, может быть, даже действительно начиная с 16+. Итак, я, если позволите, некий подыток сделаю. Значит, выбор в первую очередь, да, или, ну, не в первую, может быть, там, по списку. Первый выбор – это
мы выбираем между государственной управляющей компанией и негосударственной, правильно? Это будет частная управляющая компания или негосударственная? Ну, по сути, в этом году мы должны сделать выбор для тех, кто его не сделал. Хотим ли мы, чтобы на наш накопительный счет шло 6%, или мы хотим, чтобы у нас было 2%? Так вот, это самый главный выбор. Поэтому неважно, как вы его делаете. Вы можете сделать этот выбор в пользу негосударственного пенсионного фонда, в пользу одной из частных управляющих компаний, которые управляют вашими пенсионными накоплениями. Можете, в принципе, проголосовать за государственную управляющую компанию, но для этого надо пошевелиться и просто написать заявление. А вот если вы вообще выбор не делаете, то вот злостный молчун – это те, у кого с 2014 года будут в любом случае 2% на накопительную часть. Теперь понятно. Ну что ж, сейчас у нас время новостей на Финам.ФМ. Давайте мы послушаем их, немножко передохнем, а потом продолжим наш разговор. Ну что ж, друзья, продолжаем наш эфир «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В студии сегодня Вадим Сосков, генеральный директор управляющей компании «Капитал». И мы говорим о пенсионной реформе, пока она в кавычках и в слове «бесконечная». Ну, я думаю, что все-таки конечный результат где-то недалеко. Вадим, как вы думаете? Ну, безусловно, конечный результат недалеко, потому что совсем недавно правительство направило президенту уточненную пенсионную формулу. Это, наверное, самое главное событие, которое будет в ближайшее время обсуждаться, и обсуждаться достаточно широко. В чем суть этой пенсионной формулы? Потому что такая пенсионная формула определенно делает нашу жизнь на пенсии чуть изменчивой. Если в двух словах рассказать о как бы, принципах этой новой пенсионной формулы, она ни плоха, ни хороша, она такова, какая есть, увеличивается с 5 до 15 лет минимальный стаж, необходимый для получения будущей пенсии. То есть, если сейчас вы имеете трудовой стаж в размере 5 лет и можете претендовать на свою будущую пенсию, то нет. Государство как бы говорит, извините, 15 лет – это тот нормальный возраст, согласно которому по всем показателям люди как бы, ну, то есть мы никого не обидим. То есть уж 15 лет люди отработали в любом случае. Следующий вопрос, который, наверное, тоже важен, а как будет определяться эта самая страховая часть пенсии? Потому что, напомню, до вот этой как бы вторичной реформы будущая пенсия формируется из трех частей. Базовая часть, она как бы у всех одинаковая, главное 5 лет трудового стажа. Страховая часть, это те взносы, которые на протяжении всей своей жизни человек делает, вернее, работодатель делает в виде страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. И накопительная часть, это от 2 до 6%, как мы говорили об этом в первом части нашего эфира. Так вот, страховая часть как раз видоизменяется. Видоизменяется в том смысле, что как раз страховая часть становится самым главным предметом борьбы, потому что именно за счет страховой части и формируется, по сути, основной размер будущей пенсии. И именно страховая часть – это то, что мы направляем как бы условно в никуда, да? Потому что страховая часть фиксируется сейчас, индексируясь каждый год в зависимости, прежде всего, от уровня инфляции в стране. Вот в будущем она как бы будет более сложна. С одной стороны, более проста, но проста потому, что вводятся коэффициенты трудового стажа, каждый год будет учитываться, и даже более того, каждый месяц. Я, правда, не знаю, как работники пенсионного фонда будут сталкиваться с такой лавиной документов в момент приема, потому что, конечно, я вспоминаю, что у нас существовали такие формулы, коэффициенты, и я помню, как, выходя на пенсию, там, это при Советском Союзе, да, еще, и при, да? Советском Союзе, и в начале 90-х. Коэффициент за северных, там, да, 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 вот люди военных прям собирали бумажки, как бы и приходили. То есть доказать это достаточно сложно. А если учесть, что у нас существует еще другая проблема, проблема, связанная с тем, о чем как бы неоднократно говорят эксперты, что количество граждан, исправно перечисляющих платежи со своих зарплат в бюджет, составляет где-то 48 миллионов. То есть примерно 20 миллионов людей – это те, кто, по сути, не платит
реально взносы страховые в пенсионный фонд. Угу. То есть люди как-то в черную работают, их зарплаты могут быть привязаны к минимальному уровню зарплат на территории региона, остальное они получают в конверте. Вот как бы порядка 20 миллионов, это серьезно, как бы треть населения страны, которые реально не платят взносы. А ведь страховая часть для государства важна в каком аспекте? Потому что из нее, по сути, выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам. То есть это те живые деньги, которые поступают в пенсионный фонд и, что называется, иногда с колес, иногда с различными там размещениями. Вот мы стали свидетелями недавнего прекрасного события, когда Пенсионный фонд Российской Федерации провел первый аукцион на размещение временно свободных средств через банки, и это было действительно событие, то есть пенсионный фонд становится реально прозрачнее, да, для как бы людей и прочее. Так вот, эти деньги идут с колес, да, населению. И этих денег не хватает, потому что накопительная часть, она все-таки учитывается на индивидуальном лицевом счете каждого гражданина. И, условно говоря, взять эту накопительную часть сейчас и заткнуть дыру в бюджете пенсионного фонда по тем обязательствам, которые сделало, допустим, государство перед нынешними пенсионерами, невозможно. Вот это как бы частная собственность, хоть она вроде как и собственность государства, но она обособлена, и, соответственно, как бы наложить лапу, секвестр, там, любые, как у нас термины можно применить, невозможно. Соответственно, остается страховая часть. И государство там, в лице Минтруда все время пытается сформулировать каким-то образом, как сделать так, чтобы страховая часть была как можно больше по объему денег, поступающих в систему, потому что пенсионный фонд действительно сталкивается с реальными проблемами. Распределительная система, а страховая часть, на мой взгляд, это все-таки пережиток нашего распределительного мышления. Она зависит от того, сколько людей и сколько денег поступает в систему сейчас. Чем больше взносы страховые, тем больше денег в системе. Чем больше работающих людей, тем больше денег в системе. А у нас проблема. Соответственно, наоборот. Да, а у нас работающих становится все меньше, они сравниваются с числом пенсионеров. Это как бы такая как бы проблема русского креста, когда говорят, что скоро, если сейчас это коэффициент где-то 1:2, то скоро у нас сравняется число работающих с числом пенсионеров. И что тогда? Тогда вот эксперты и говорят, мы будем неизбежно повышать пенсионный возраст, либо мы будем неизбежно увеличивать страховые взносы. Попытались увеличить страховые взносы. Это не понравилось бизнесу, потому что бизнес начинает уходить в тень, потому что реально те, скажем так, отчисления, которые делает бизнес, они, ну, можно много говорить, плачет ли бизнес или нет, но на самом деле они... Причем надо подчеркнуть, что это преимущественно малый и средний бизнес. Да, малый и средний, но объективно говоря, чем больше страховые взносы платятся как бы за зарплат, которые легально получает гражданин, тем как бы тяжелее бизнесу, потому что это все нужно положить на себестоимость, соответственно, это увеличивает и себестоимость продукции, а это уже не конкурентоспособно, когда цены высокие. То есть там целый клубок макроэкономических показателей, который выливается в то, что происходит сейчас. Соответственно, как еще увеличить страховую часть? В этой системе остается каким-то образом сделать так, чтобы страховая часть вроде бы существовала, люди платили бы туда взносы, а вот выплачивать пенсию с учетом... Текущим пенсионерам. Или выплачивать пенсии будущим пенсионерам достаточно сложно, поскольку как бы денег-то все равно становится не намного больше. И тут начинаются разные ухищрения. Вот, слово ухищрение у нас имеет несколько такой негативный оттенок, но на самом деле... Здесь это, ухищрение в хорошем смысле Надо решать проблему. Да, надо решать эту проблему. И вот голь на выдумке хитра. Появляется вот эта пенсионная формула, а тут еще президент, в хорошем смысле слова, дай бог ему здоровья, погрозил пальцем, нельзя увеличивать коэффициент, потому что, если вспомните осень прошлого года, когда прозвучала знаменитая формула 40-20-40-20, это означает, что вам 40% от заработка будут выплачивать в течение 20 лет вашего выхода на пенсию, если вы в течение 40 лет будете платить 20% взносов. И тут президент
послушал общественность, а общественность возмутилась. Как же так? Если 40 лет стажа, чтобы получить реально как бы базовую пенсию или там нормальную пенсию, то это означает, что 40 лет надо работать. А если возраст не повышать выхода на пенсию, то тут возникает женщина, которая в 55 лет должна выходить на пенсию, за что, ну, как бы, мне кажется, мы немножко все-таки фальшиво держимся, но тем не менее это так. И тут получается, что женщина-то бедняка должна с 15 лет работать, да. А это уже почти рабский труд. Ну, несовершеннолетний, труд, как минимум. Ну, как бы, да, почти, вот. Соответственно, вот, Минтруд там со своими научными институтами вот решал эту головоломку. Вот так появилась пенсионная формула. В чем ее прелесть для государства? И как бы она, по сути, приравнена к определенным коэффициентам, да, реальным коэффициентам в виде взносов, которые человек будет делать как бы на страховую часть в течение всей своей жизни, но вот коэффициент этот будет выплачиваться в зависимости от состояния бюджета пенсионного фонда в момент выхода человека на пенсию. Соответственно, если дыра в бюджете как бы государства будет в момент выхода человека на пенсию, то и стоимость вот этого единицы коэффициента будет меньше. Угу. И может так случиться, что люди, формально работающие в одинаковых условиях, получающие и перечисляющие одинаковые взносы на свою будущую пенсию, в момент год от года выхода на пенсию будут получать разные пенсии. Но это уже как бы тема, скажем так, государственного решения проблемы. Мы не говорим, что это плохо или хорошо, но это будет фактом. Да. Еще один момент, который хотелось бы отметить в рамках как бы той пенсионной формулы, которая предлагается. Она, по сути, строго ограничена временем выхода на пенсию. То есть, если вот эти все коэффициенты увеличиваются, но когда у вас наступает пенсионный возраст, и если мы к моменту выхода поколения там, нынешних 40-летних все-таки не поднимем пенсионный возраст, хотя я думаю, что это лукавство, мы все равно к этому придем, то, может быть, неформально, да, мы поднимем пенсионный возраст, а путем каких-то... Ну, так вот, как раз пенсионная формула очень тонко и дает возможность, по сути, не повышая пенсионный возраст, реально его повысить для тех, кто захочет выйти на пенсию позже. Да? Так вот, когда, допустим, вам исполнилось 60, вы мужчина, и вам нужно выходить на пенсию, вот эти все коэффициенты как бы прекращаются. Вы можете дальше работать, вам будут начисляться дополнительные коэффициенты, с которыми вы в момент выхода на пенсию, потенциально этот коэффициент будет выше. Но опять же, я сказал, что страховая часть, по сути, будет зависеть от состояния бюджета в тот год, когда вы будете выходить на пенсию. Поэтому, объективно говоря, может так случиться, что несмотря на то, что ваш коэффициент будет больше, как бы в 65 лет, но в 60 лет вы не вышли на пенсию, надеясь на более высокий коэффициент, но в реальности в 65 ваша пенсия, по сути, может быть ниже, чем то, что вы бы вышли на пенсию. То есть, по сути, государство как бы говорит, вот мы вам даем... Вадим, я прошу прощения, очень интересно, но нам надо прерваться сейчас новости на Финам-ФМ, а потом, конечно, мы продолжим. Конечно. Итак, друзья, продолжаем эфир «Сухой остаток» на Финам-ФМ. Сегодня мы обсуждаем пенсионную реформу в Российской Федерации. В студии у меня Вадим Сосков, генеральный директор управляющей компании «Капитал». Еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте, Вадим. И давайте очень интересно продолжим разговор о том, как выглядит вот это вот формальное увеличение пенсионного возраста. Ну да, то есть мы как бы рассказали в предыдущей части для тех, кто только присоединился к нам, что формула, которая предложена правительством на рассмотрение, на самом деле ориентирована на то, что люди должны не выходить на пенсию, когда они достигают пенсионного возраста, а, условно говоря, продолжать работать. И за счет этого их потенциальный коэффициент к моменту выхода на пенсию будет увеличен. Угу. Но секрет своеобразной этой формулы в том, что, по сути, стоимость единицы этого коэффициента будет, по сути, привязана в том числе и к состоянию бюджета. Угу.
пенсионного фонда, либо государственного бюджета, потому что я так думаю, что государство все равно будет помогать при определенных обстоятельствах. Ну, мы будем надеяться, да. Может такая ситуация возникнуть? Вот я, условно говоря, достиг 60-летнего возраста и стою перед выбором, да, продолжать мне работу, чтобы повышать коэффициент, или выйти на пенсию, смириться с тем, что есть. Я могу оценить как-то текущую ситуацию в пенсионном... Безусловно, я как и раз... И принять это решение. Да, я как раз и призываю людей, чтобы они как бы оценивали... Активнее были, да, были случае. Активнее. И эта пенсионная формула, несмотря, как бы говорят, на внешнюю простоту, подразумевает как раз активный анализ ситуации в стране сейчас и в момент твоего выхода на пенсию. Но, объективно говоря, достаточно сложно предсказать в 2003 году, что в 2008 году будет экономический кризис. Конечно. Поэтому это надо быть не только аналитиком, математиком, но и в какой-то мере провидцем. И вот здесь, я думаю, очень многие люди нашей страны столкнутся с этой проблемой. Именно поэтому я считаю, что распределительная часть, а вот страховая часть в будущей формуле, это все равно пережиток как раз распределительной части пенсии. Она все равно не будет универсальна. Будут недовольны, то есть всеобщей гармонии или, скажем так, всеобщего понимания эта формула не найдет. Соответственно, мы как бы уже столкнулись с этой проблемой сейчас, когда после повышения взносов на самозанятое население, на индивидуальных, вернее, предпринимателей, как они у нас называются, большое количество индивидуальных предпринимателей решило, что не очень эффективно платить взносы в пенсионный фонд Российской Федерации в том объеме в два раза больше, чем они платили до этого. Соответственно, конечно, малые предприниматели и союзы малых предпринимателей сейчас возмущены тем, что сдаются мандаты. Наверное, нужно оценить, что часть этих мандатов индивидуальных предпринимателей сдается потому, что, в общем-то, бизнес не пошел. Хотя, то конечно, есть не в связи с повышением. Не только в связи только с этим, да, но что и бизнес реально не пошел. Но, тем не менее, нельзя не признать, что, ну, как минимум, две трети этой проблемы связаны с тем, что этих взносов стало больше. А реально денег, который должен получать пенсионный фонд. Вроде бы хотели получить благое дело. Да. Но на самом деле денег станет меньше поступать в пенсионный фонд. Опять увеличится так называемая теневая вещь. И как раз индивидуальные предприниматели как раз и предложили очень интересную формулу. Но эта формула прежде всего ориентирована на рыночную составляющую будущей пенсии. Они предложили: сделайте так, чтобы мы как бы сами формировали свою пенсию. То есть если мы... Прошу прощения, а где она, рыночная составляющая? А рыночная составляющая как раз в индивидуальном подходе каждого к своей будущей пенсии. То есть патернализм государства, он очень хороший у нас. Нужно, наверное, вспомнить, что благодаря этой государственной заботе наши российские пенсионеры пережили 2008 год значительно легче и значительно лучше, чем пенсионеры Европы. Даже взять соседнюю для нас Латвию, там были урезаны практически все социальные выплаты в 2008 году, но, кстати, благодаря, может быть, и этому, поджав пояса, Латвия сейчас достаточно активно развивается, и уровень развития ее ВВП все-таки выше, чем российский, но это уже другая тема. Соответственно, так вот, у нас, наоборот, пошли, может быть, по правильному пути, да, потому что уж поколение нынешних наших пенсионеров, оно столько пережило, да, то, что пережить еще 2008 год для них было бы, ну, не подобно социальному взрыву, но это просто было бы, наверное, неправильно по отношению к этому поколению. Мы пошли по другому пути, мы увеличивали социальные выплаты, и в результате столкнулись с тем, что те обязательства, которые были даны в отношении нынешних пенсионеров, оказались несопоставимы с тем, что реально поступает в пенсионный фонд. Вот отсюда и вся проблема. Вот отсюда, хотя я еще раз как бы подчеркиваю, что проблема более глубже, да, потому что взносы в пенсионный фонд могли бы поступать в полном объеме и нормально бы распределялись среди нынешних пенсионеров, если бы зарплат
не с серых зарплат, а с реальных зарплат платились бы все взносы. Тогда бюджет пенсионного фонда был бы сбалансирован. Так вот, рыночность в чем? Индивидуальные предприниматели заявили, вы знаете, мы не готовы платить там по 35 тысяч рублей в пенсионный фонд. Давайте сделаем какую-либо систему, которая, как бы, я сам готов заботиться о своей будущей пенсии, и вот сколько я готов перечислять в пенсионный фонд, вот пусть от этого и формируется как бы моя будущая пенсия. Но это меняет весь подход к страховой части, потому что если сегодня дать индивидуальному предпринимателю волю, условно говоря, то тогда что делать с нынешними пенсионерами? Тогда, если мы говорили о страховой, да, части, совершенно справедливо. Можно было посчитать, сколько это денег. Совершенно справедливо. Пенсионная формула дает возможность как-то это просчитывать. А здесь как бы вот противоречие как бы старого подхода с новым подходом. Да, пошли на некий компромисс, об этом тоже президент сказал, что давайте все-таки определим там оборот предпринимателя такой, 300 тысяч рублей, да, или там 300, да, соответственно, он будет платить один взнос. Если выше, то он будет больше платить. Это значительно более справедливо, я как раз с этим согласен, это даст некий стимул. Но, тем не менее, решит ли это проблемы, которые находятся в страховой части, я в этом не уверен. Поэтому вот ваша фраза о бесконечной и наша тема сегодняшней программы. Наша пенсионная система будет бесконечной и бесконечно будет реформироваться, пока мы для себя не определим некие принципы. Готовы ли мы формировать будущую пенсию, как происходит это, допустим, в Соединенных Штатах Америки, с четким осознанием. Если я перечисляю деньги, то вот из того объема денег, которые я перечисляю на себя, неважно, перечисляю ли я деньги через государственную систему, это лишь часть денег, перечисляю ли я дополнительно через негосударственные пенсионные фонды, формирую дополнительную пенсию. Угу. Вот если я перечислил эти деньги, то, соответственно, из этого объема денег будет формироваться моя будущая пенсия. То есть в этом случае гарантии какие-то должны быть, да? Да, но вот дальше уже идут гарантии государства. Угу. Потому что существует... Ну, мы как раз и пошли по этому пути. Вот сейчас очень много говорят о гарантированном фонде накопительной части пенсии. Это как один из шагов, потому что если накопительная часть, а я подчеркиваю, что это важнейшая составляющая будущей пенсии, если... Ну, люди туда перечисляют деньги, они как-то должны понимать, не случится ли что с этими деньгами. Был принят закон, согласно которому государство гарантирует сумму взносов, поступивших в накопительную часть пенсии. То есть если человек на протяжении всей своей жизни перечислял 6% от фонда заработной платы, к чему я, кстати, и призываю людей, все-таки не молчать, а сделать этот выбор, то, соответственно, вот эти взносы должны быть в любом, скажем так, случае неприкосновенны. И это, кстати, при этом, я прошу прощения, да, Вадим, вы скажите, пожалуйста, а где, куда поступают эти взносы, то есть где эти деньги формально? Ведь они же работают. Накопительная часть пенсии поступает в пенсионный фонд из страховых взносов и распределяется в зависимости от выбора человека. Либо через государственную управляющую компанию, либо через негосударственный пенсионный фонд, либо через частные управляющие компании. Люди просто боялись доверять негосударственным пенсионным фондам, но мало ли что. У нас все-таки как бы такая психология все-таки, ну, с некой опаской к чему-либо негосударственному. Но государство понимает, что это надо каким-то образом стимулировать, этот выбор, потому что эти деньги идут в реальную экономику. Они там не фиксируются в виде коэффициентов там палочных трудодней или дисциплин, да? Они реально идут в экономику. И, соответственно, если люди боятся инвестировать в экономику, то нужно создать меры, чтобы эти деньги шли в экономику. И тогда идет речь о государственном фонде гарантийном. То есть, что бы ни случилось как бы с деньгами на протяжении всей своей жизни, да, то эти деньги будут возвращены человеку. То есть, накопительная часть ему будет незыблема в объеме тех взносов, которые он делал всю свою жизнь. И это очень важный момент, потому что в этом смысле российское государство пошло далеко планеты всей. Потому что в некоторых странах гарантируется лишь определенный объем взносов.
мы же прогарантировали, по сути, все взносы, которые делает человек. То есть в этом плане система абсолютно защищена, если, я подчеркиваю, конечно же, мы доверяем государству. Потому что у нас есть некоторые скептики, которые говорят, безусловно, что как бы зачем доверять государству. Но мы сейчас говорим именно о нормальном развитии экономических отношений, когда государство гарантирует, а государство является не только гарантом, но и выполняет свои обязательства. Так вот, почему и важно понятие выбора в пользу накопительной части этих 6%, что здесь у вас исключительно рыночный подход, вы сами делаете выбор, вы четко можете просчитать объем, который будет в размере вашей накопительной части, в отличие, подчеркиваю, от страховой части, потому что она будет связана с коэффициентами, просчитываемыми, понятными, но тем не менее... Состояние бюджета. Да, но опять же, связанными с состоянием бюджетов. Бюджета. А в отношении рыночной части это более честный подход. Если ваши пенсионные накопления в какой-то год припали в доходности, в следующий год выросли, вы всегда видите, вот она, реальная сумма моих денег, вот реальные коэффициенты, с которыми я буду формировать ежемесячные отчисления. А более того, государство сейчас сделало первый шаг, и вот здесь мы говорим о некой бесконечности. Хотя, я говорю, конец есть, связанный с тем, что с 1 октября заканчивается участие в системе софинансирования. До 1 октября вы можете написать заявление, перечислить от 2 до 12 тысяч рублей на свою будущую пенсию, и государство доплатит на ваш индивидуальный накопительный счет, что очень важно. Не в страховую часть с какими-то коэффициентами, да, 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 а именно на накопительную часть в случае вашего выбора, она добавляет такую же сумму. Если вы это не сделаете до 1 октября, то вы потеряете шанс в течение 10 лет доплачивать сумму, и государство в течение 10 лет будет вам это добавлять. Мне кажется, что получить дополнительные деньги на свою будущую пенсию сейчас, может быть, это не осознается как важность, но, увы, когда вы будете выходить на пенсию, вы отлично будете осознавать, что вы потеряли свой шанс. Почему я говорю, государство сделало первый шаг? Потому что в отношении тех, кто выбрал как бы систему софинансирования, будет действовать понятие срочности будущих выплат накопительной части. Почему некоторые люди боятся участвовать в накопительной системе? Да, их накопительная часть будет размазана на протяжении всех их последующих лет жизни на пенсии. Это может многим показаться, ну, там, маленьким или что-то. Государство говорит, если вы участвовали в системе софинансирования, то вы имеете право на срочную пенсию. То есть вы можете сделать так, что ваш объем накопительной части будет вам выплачиваться в течение 10 лет. А это означает, что раз мы делим на меньшее число, то, значит, большую сумму вы будете получать ежемоментно в течение этих 10 лет. Поэтому это еще один чрезвычайно важный момент, который людям надо учесть. Это очевидно, и сразу же, да, возникает вопрос, что будет после этих 10 лет, ведь я так понимаю, что да, тогда, средства закончились уже. Да? Накопительная часть. Именно накопительная. Накопительная, я подчеркиваю, закончилась. Вадим, я прошу прощения, мы сейчас еще раз новости послушаем, а потом об этом обязательно продолжим. Спасибо. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Говорим сегодня о пенсионной реформе в Российской Федерации. И в студии у меня Вадим Сосков, генеральный директор управляющей компании «Капитал». Слово «бесконечное» уже приобретает более осязаемые очертания, потому что мы говорим о бесконечной реформе. И не совсем все-таки она бесконечная, да, она имеет определенный финал, это уже отрадно. Ну, а то, что само понятие пенсии, вот в этом, наверное, да, контексте, это некая вещь, действительно. Ну, она бесконечна, потому что люди могут формировать свою будущую пенсию не только за счет страховой части, да, не только за счет накопительной части, но люди могут формировать свою будущую пенсию за счет индивидуальных программ. Допустим, через паевые инвестиционные фонды, через негосударственные пенсионные фонды. То есть отправлять дополнительные средства на свою будущую пенсию. На это, кстати, даже существуют налоговые льготы, не все об этом как бы знают. Знают, да. Вот. Но пока, к сожалению, и в этом году, ну, как бы не к сожалению, в этом году, кстати, объем накопительной части пенсии превысил
объем страховой части пенсии. Вернее, объем пенсионных резервов. То есть есть такое понятие пенсионные резервы. Это то, что люди сами формируют там, с помощью работодателя, как бы за счет личных средств. Вот это называется в пенсионных фондах пенсионные резервы. А пенсионные накопления – это то, что идет вот в виде этих 2 или 6%, в зависимости от того, как люди сделают свой выбор, на будущую пенсию. Так вот, объем накопительной части превысил. А этот сигнал, с одной стороны, хороший для того, чтобы пенсионные накопления растут, но и плохой, потому что люди, это означает, что люди почти не заботятся о своей будущей пенсии дополнительно. Они почему-то убеждены, что их будущая пенсия в рамках государственной пенсии, там, со страховой или части, накопительной или негосударственной, да, она будет слишком велика. Слишком велика? Да, увы. Нужно прямо признать, что при любых случаях слово «пенсия» это подразумевает не, скажем так, выходное пособие Рокфеллера, да. Это подразумевает некий социальный, но если не минимум, то во всяком случае некий прожиточный уровень, ниже которого падать нельзя, но и шиковать тоже очень сильно ты себе не позволишь. А вот чтобы реально шиковать... Ну, или как минимум ощутимая разница. Да, или как была. Минимум, как вот нам любили приводить пример немецких пенсионеров, совершенно ездящих верно, там, в Болгарию. Там, японских пенсионеров, да? Это еще да, совершенно справедливо. Вот они в основном-то ездят как раз за счет тех взносов, которые они делали на протяжении всей своей жизни в различные дополнительные институты. И за счет этого, как бы, то есть как бы их реальная пенсия дает им возможность нормально существовать. Тот самый уровень, да? Да, тот уровень, который они себе могут позволить у нормального развития. А вот все остальное – это дополнительные пенсии. У нас, к сожалению, этому уделяется очень мало внимания, очень мало людей действительно задумываются об этом. А вот, если можно, Вадим, поподробнее, каковы способы реализации вот этой, вот, я бы сказал, дополнительной пенсии? То есть я со своей зарплаты, да, проявив некую инициативу, обратился... Да, вы можете обратиться как бы в негосударственный пенсионный фонд. Это, наверное, самый такой важный институт в этой системе, где вам могут предложить реально... хорошие пенсионные программы, то есть некие пенсионные планы. Вы можете обратиться в управляющие компании, но, правда, не все, а там, где действительно консультанты могут предложить вам программу инвестиций, которая станет основой вашего будущего плана. Но как, в данном случае инвестиции... Дополнительных инвестиций, через, подчеркиваю, паевые инвестиционные фонды, через индивидуальное доверительное управление, через как бы страхование жизни, через счета в банках. То есть надо просто об этом думать. Понятно, что у нас как бы привыкли сами формировать там дополнительные счета в банках и прочее. Но, как показывает опыт, если приспичит, вы эти деньги как-то быстро тратите. Ну, такая психология человека. Да. Если же эта программа все-таки рассчитана на долгий срок, то надо к этому относиться как действительно к тому, скажем так, к той основе, которая будет основой вашей будущей пенсии. Кстати, вот этот специалист, который предложит мне, да, одну из программ инвестирования, да, вот, пенсионных денег, он будет ориентироваться, прежде всего, на то, что это пенсионные деньги. Да, это совершенно деньги, справедливо. Которые предполагают долгосрочные какие-то Проекты. И вот здесь уже, допустим, обратившись к такому консультанту, вы должны, прежде всего, понимать, сколько лет вам осталось до пенсии. Потому что очевидно, что чем короче этот срок, тем, наверное, боязливее потерять какую-то часть этих денег. Я так думаю, и специалисту сложнее, да, что-то предложить? Ну, и, да, потому что здесь больше консервативных инструментов. Если же у вас до пенсии достаточно большой срок, то здесь можно, условно говоря, рискнуть. Рискнуть не в том смысле, что пошли в казино и выбросили... Да. Как пан бы, или пропал. Да, либо пан или пропал. То есть поставить на более, допустим, рисковые инструменты большую часть своих денег. Ну и более доходные. Она более доходная в долгосрочной перспективе. В моменты, как вот показывает история нашего фондового рынка, как раз более рисковые инструменты показывают больший провал. Но в те моменты тучных лет, как мы их называем, да, они показывают более высокую доходность. Соответственно,
наверное, все-таки тема бесконечная пенсионная реформа, она по сути правильная, потому что бесконечность вашего выбора будущей пенсии, она должна быть осознана именно вами. И если вы на протяжении всей своей жизни накапливаете, то и будущая пенсия, она будет, конечно, все мы конечны, да, как это не печально иногда об этом говорить, но тем не менее, чтобы вот тот период, который признан там светлый, радостный там пенсионный возраст, вот чтобы этот пенсионный возраст, он был именно радостным и спокойным, а не превращался в тот возраст, когда вы полностью зависите от окружающих. Я имею в виду не состояние здоровья, я имею в виду прежде всего финансовые составляющие. Конечно, это важно. Хорошо, если не сложно, Вадим, давайте прям, осталось не так много времени у вас, еще раз с вами подытожим. Итак, да, стандартная пенсия вот для подавляющего большинства наших слушателей, подавляющего большинства наших сограждан может состоять из, ну, да, я насчитал как минимум три части уже. Ну, да, можно говорить о страховой части, это вот та пенсионная формула, которая внесена правительством. Накопительной части. И я все-таки голосую за то, чтобы люди сделали свой выбор в пользу большего коэффициента накопительной части, потому что накопительная часть, она легко просчитывается, она видна, и люди могут четко как бы, ну, понимать, какая будет у них накопительная часть, в отличие от страховой, потому что... Кстати, люди сами могут посчитать это, или просто обратившись непосредственно в ту организацию? Ну, накопительную часть достаточно легко рассчитать, потому что в зависимости от того, насколько можно делить накопительную часть, а принцип формирования накопительной части применительно к месяцу пенсионного выхода заключается в том, что общая сумма пенсионных накоплений делится на определенный так называемый возраст, ну, коэффициент дожития его называют. 228 вот была как бы цифра, это когда 19 умножали на 12, потом этот коэффициент снижается там до 17 лет. Но нужно понимать, какой коэффициент будет установлен. Это тоже законодательно устанавливается. Но, тем не менее, очень легко просчитать размер. То есть вот страховая часть. Здесь мы знаем, что множество коэффициентов, но в большей степени это будет зависеть от состояния бюджета. Да? То есть, ну, понятно, что чем больше коэффициент, тем больше даже при плохом состоянии бюджета ваша доля. Цифра. Плюс накопительная часть, которая более понятна, более проста. И за нее нужно проголосовать, иначе с 2014 года вместо 6% вы будете получать 2%. И, наконец, дополнительная пенсия, она подчас иногда бывает бесконечной, потому что тут уже сам человек вправе устанавливать и размер выплат, и, как бы, ну, скажем так, размер получаемых выплат в момент выхода на пенсию. Вот так схематично, да? Вот схематично. На три части можно эту будущую пенсию поделить. Учитывая, что не так много времени у нас осталось, я хотел бы ваше мнение, личное ваше мнение, или как профессионала, услышать по поводу того, что... Ну, мне даже сложно говорить о возрасте конкретном, но на чем это основано? Может быть, действительно, отношение жизни несколько такое инфантильное, может быть, это связано с ментальностью российского обывателя. Но действительно, я знаю огромное количество знакомых, друзей, родственников, не очень пристально. Вот люди предыдущего поколения, да, для них пенсия это была святой. Как можно жить, да, если ты, значит, не отчисляешь средства какие-то в пенсии? Ну, иначе называя, да, если ты не работаешь официально, по трудовой книжке не устроен. А многие сейчас вот очень легкомысленно эти вещи смотрят. Как можно их в этом переубедить, Владимир? Наверное, лучший учитель – это сама жизнь, но иногда жизнь... Тогда уже будет поздно, да? Иногда жизнь, к сожалению, как бы становится слишком поздним учителем. Переубедить, ну, на мой взгляд, переубедить можно только... начав, как мне кажется, серьезным хотя бы финансовым основам будущих пенсий. Я вообще сторонник того, чтобы во всех вузах нашей страны был хотя бы курс «Пенсионная грамотность». Я не знаю, как его можно назвать. Основы пенсионного дела, основы будущей пенсии. Но это необходимо
пусть это будет даже в качестве факультатива, но обязательного факультатива, вот тогда я считаю... Насколько я понимаю, не так много информации-то, да? Людям очень сложно разобраться. Особенно понятно, что когда тебе 20 лет, и тебе дают факультативный курс о будущей пенсии, конечно. Ты немножко как-то даже скептически смотришь, а иногда и засыпаешь после ночного клуба на этой лекции. Но на самом деле вот тогда, мне кажется, государство честно скажет, что я сделала все, чтобы людям дать понять, как формировать их будущую пенсию. Если они это не поняли, то тогда люди должны пенять сами на себя. А сейчас у нас государство немножко другую позицию занимает. Оно говорит, что я забочусь о людях, выплачиваем будущую пенсию. Мне кажется, люди должны заботиться прежде всего сами о себе. Сами о себе, конечно. И только ощущая поддержку государства, да, в любом это... Безусловно. Вот. А иначе, если как бы люди будут думать, что государство в любом случае поможет... За меня там оно подумает. За меня заплачет, за меня рассчитает, все... Вот тогда мы растим иждивенцем, а иждивенческая психология, ну, как это ни парадоксально звучит, не соответствует рыночной основе нашей экономики. Это явное противоречие. Как бы мы ни там строили социально ориентированное государство или что, это все равно очень как бы разные величины. Поэтому вот начав с основ, не обязательно в школе, да, но хотя не все доходят до вуза, да, как у нас говорят, но тем не менее, может быть, в старших классах какой-то курс. Пусть государство на это потратят деньги. И я убежден, что тогда, в будущем, государство будет значительно меньше тратить деньги, решая проблему дефицита пенсионного фонда, как это происходит сейчас. Вот если те деньги в меньших количествах будут потрачены, но для этого надо их потратить. Надо принять мудрое государственное решение и начать с сегодняшнего дня. А у нас привыкли оттягивать эту проблему на долгие-долгие, бесконечные годы. Огромное спасибо, Вадим. Уважаемые слушатели, в студии Вадим Сосков, генеральный директор управляющей компании «Капитал». Мы говорили сегодня о пенсионной реформе. Ну и все-таки свет в конце туннеля виден. Спасибо вам за то, что нашли время. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Всего хорошего. Успехов на рынке.